Здравствуйте, друзья, суббота. Мы в Костка, в Санта-Крус. Подумали, надо бы что-нибудь такое сготовить, наших зрителей повеселить рецептами. Ну и Света, попав в Костка, не может пройти мимо лэптопчиков, потому что она себе присматривает для просмотра телевизора в постели перед сном. А у меня вот такой, кстати, был компьютер. Я не помню, куда он делся-то. Вот один, вот точно такой был. Вот с этим значком, вот это вот MSI. Это игровой, да, гейминг, видите, гейминг лэптоп. Очень хорошо было для видео, кстати. А сейчас почему-то у меня какой-то другой. Так. Что там? Неплохой, у него 16... 400 баксов. 16 гиграмм, терабайт этот харддрайв. Да. Он тачскрин. Да, вижу. Что там у тебя? А, был 500, они, значит, тебе скидку дают. 100 долларов. Или на 2. Чего, 2? Да, друзья, больше 2 в руки не дают. Знаете, так, это смешно. Значит, ну, для просмотра кино в постели, может быть, и неплохо. Так, тут раньше вот... я покупал за 200, теперь же цены... За 200, видите, как дорожает. Инфляция, друзья, инфляция. Так, а тут что? 17 инчей. Ну, мне не нужен большой. HP. Ну, он такой, да. Ну, еще тоже, важно, сколько он весит. Ну, тоже когда дешевый. Я его подниму его. Что же он такое? Да, я тут подниму. Ну, подними, на здоровье. Я же пройти не могу. Ну, пройди. Ой, друзья, то есть... так, понимаешь, начинаешь мешать другим людям жить тем, что просто стоишь на месте. Ну, он относительно увесистый. Ну, вот так. Этот легче, чем вот этот. Ну, конечно, конечно. Так, я думаю, чем больше платишь, тем легче должно быть, правильно, нет? Так, вот 650 долларов. А увесистый, знаете, увесистый. Да. Телевизоры тут 4K. Это вот мои видео смотреть хорошо. Платишь 2600 и смотришь мои видео в хорошем разрешении. Так. А тут чего? А тут дешевле. 1600 баксов. Красиво. Да. Ну ладно. Ох ты ж, ё-моё, ох ты ж, ё-моё. Да, богато. Обращаю ваше внимание, друзья, вот на эту хреновину. Называется Food Saver. Да, пакетик туда, да, с едой вставляешь, это вакуумная такая фигня, вытягивает воздух и запечатывает пакетик. Так она стоит 100 долларов, а так вот сейчас отдают за 75. Vacuum Sealing System. Вот она тут стоит. Вот-вот, я же ребятам и рассказываю. Слушай, Света, а иди сюда, расскажи про всякие кукеры, которые тут есть. Оставь тележку. Оставь, давай посмотрим, что тут есть. Ты знаешь, вот, что, райс кукер. Да, хороший. Что, и что, он, кроме риса ничего? Ну, любую кашу можно в нем варить, не обязательно рис. Но это почти как Instant Pot, да, только вот именно со специализацией на рис. То есть тут, например, нельзя жарить, там, ну, какие-то вещи нельзя делать по сравнению с батом. 70 долларов. А так тоже вот сверху кладешь мяско, вниз рисик, оно все стекает туда, вот тефтельки там кладешь сверху. И все на пару. 70 долларов. Ну, ты вот не хочешь такое, например. Не, мне такое не нужно. Так, идем посмотрим с той стороны. А там больше нет. Сейчас стало много, друзья, всякой такой фигни. А вот он, этот Food Saver, вот он. Да, я же сказала. Да, да. Тут он стоит, тут не в коробочке, а вот так. Мы таким пользуемся, да? Да, мы именно таким и пользуемся. Panasonic. Ага. Так. А вот, пожалуйста, Air Frying Oven. Духовка. Я такой не люблю. Почему не любишь? Рассказывай. Не люблю почему? Потому да. Видишь, у него дверцы не открываются. Потому что он не открывается, они специально закрыли. Потому что у него мыть неудобно. И мне нравится там, где ты вынимаешь корзину целую, помыл ее, и все, а там внутри все чисто. А тут тебе нужно внутри мыть, это неудобно. Да, ну вот здесь хорошая картинка. Вот. Ну да, вот он показывает. То есть тут он капает всюду, там на стенке, всюду. Вот, ну то есть потом мыть надо. Ну непонятно как, да. Тяжело. Вот дань сезонности. Видите?
доска такая для плавания. 250 баксов доска. Целая лодка, да, такая, ну как доска. Там дальше палаточка стоит. А здесь вот за $200 такой тент. А, смотри. Тентище. Лето, друзья, лето. Здесь набор мебели. Но это не уличная, я надеюсь. Это для дома, для семьи. Сейчас попробуем, как она. Хотя, черт его знает. Так, что там написано? Модульная конструкция. Так, нет, ни слова нет, что она внешняя, что она уличная, нет. Вот. Ничего такого нет. Просто модульная конструкция. Матрасы. В Америке это большой бизнес. Продаются отдельно рамы, продаются отдельно вот эти матрасы самых разных фирм с разными прибабахами. Это есть магазины громадные, вот как Костка по размеру, где продают только матрасы. На удивление. Есть за безумные деньги, есть недорого и так далее. Как-то мы когда сюда приехали и столкнулись с этим, для нас было в новинку. Я не знаю, как сейчас там в отечестве с этим делом. Версачи, друзья. Всего ничего, 600 баксов часы. Недорого. Ну, в смысле, там же написано, что Версачи. Сейка. Красивые. Я вот часов не нашел, например. Мне без разницы. Хотя у меня есть часы. Есть часы, но не ношу. Красивые. Прямо вот, хоть бери и надевай. Некоторые. А ты что, Свет, смотришь? Цепочечки. Брелочечки. Да. Ну что же, красиво. Сережки. Ну, здесь вот такая, эти цепочки, принципе... все итальянские, слышишь? Да. Они вообще ничего не весят. То есть, казалось бы, они такие толстые, знаешь, да. Они такие массивные. А ты говоришь, руки, я не знаю, надутые или что, они вообще ничего не весят. Вот. Я хочу сказать, что здесь в целом ювелирка такая довольно кондовая. Не изящная. Хотя, с другой стороны, придешь в ювелирный магазин, казалось бы, и тоже не изящная. Разные бывают. Где-нибудь в Лондоне, друзья, люди выходят погулять на Пикадилли. Вот такой интересный мужик, да? Выходит погулять на Пикадилли. А мы выходим погулять в Костка. Вот у нас тут выходит погулять в Костка. Местное сельпо. Ну, такое сельпо, серьезное. Сельпо все-таки оно маленькое. И там в одном месте там и мыло, и одеколон тройной, и хлеб. Вот. А здесь такое, ну, американское, складского типа. Три пары ножниц, друзья, за... 20 баксов. Нормальные ножницы. Вполне нормальные. А? Какой? Вот Deep Cleaner, видишь? Multi-clean, portable Deep Cleaner. Вот это? Да. И что же такое? Прямо он как космический корабль выглядит. Почем вещь? 100 баксов. Да, Multi-cleaner. Не знаю я. Как-то у нас вот дома даже нет пылесоса толком. Слушай, а у нас был такой, который на станцию установился. Вот такой робот у нас был. А мы не пользуемся? Что-то он как-то в одно дерево ходил по дому там. Забыли про него, да. А вот это хороший пьюфай. Да, очиститель воздуха, друзья. $129, это очень дешево. Для приличного очистителя воздуха вообще не цена. Вот смотри, B79 Never Change Air Purifier Pet Pro. Pet Pro. Это как бы там имеется в виду, что там зверюшки, а с них шерсть сыпется, если, да? Наверное. Never Change. То есть там, наверное, не надо фильтров менять, что-нибудь такое. Так он красивый. Не знаю. Да, видите, стали продавать чемоданы раньше. Что-то я не припомню. Но потому что время сейчас такое, знаете, путешествуют люди, ездят туда-сюда, ковид разносит. Вот, им нужны чемоданы. Потому что разносить ковид без чемоданов неудобно.
Да, ну вы видите. Сколько тут? 380 баксов. 380 баксов за вот эту раковину. Мойка с краном. Мойка с краном, да. Где? О, мойка с краном. Ну, хорошо. Кому надо, так он с радостью приобретет. А как тебе вот такая вещь это? Кухонный комбайн. Ну, ты знаешь, она для наших нужд слишком большая. Да. Он такой, как коммерческий. У нас нужды маленькие. Он, конечно, неплохой, но у нас нужды маленькие. Мы все маленькие купили. Такого да, типа. У нас есть. А вот Vitamix. Это легендарная вещь. Ее всюду рекламируют. У нас... А почему мы не пользуемся? Ну, когда надо, мы пользуемся. Vitamix. Да. Это такой миксер фактически. Но вот очень мощный. Мощный. Перемалывает все подряд. Все подряд перемалывает. Да. Так. NutriBullet. А, Света? У нас? Я такого у нас не видел. Друзья, жена по секрету от меня что-то покупает. Вот он этот NutriBullet. Вот он. Ага. А вот смотри, вместо кофе тебе Ninja делает где? Дринки. Где? Вот, Ninja First. Вот этот. Система. Ты же капсулы покупаешь с витаминами. Так. Ну да, это вместо кофе получается. Да. Ну я не знаю. А это тоже что-то такое. Ну это как смузи, блин. Да. Тоже Ninja. Слушай, я хочу сказать, да, что да, если это очень дешево, потому что смотри. 70 тут, баксов. За 70, да, но у тебя тут одновременно, видишь, у тебя одно основание. В комплекте, значит, а у вас. У тебя, смотри, тут у тебя буллет, тут у тебя вот это для того, чтобы шейки делать. Да. И еще миксер с разными насадками натирать все. Видишь? Нарезать, натирать. Действительно очень дешево. Если бы, друзья, он не занимал столько места, а был бы как кредитная карточка, надо было бы срочно взять. Но поскольку он место занимает, а место надо иметь. Так, это что такое, мать? Крими дела. Крим. Крими. Кримай, да, такой как бы. Кримай дела. Frozen drink maker. Frozen drink. Ну, типа, да, похоже на мороженое. Ты знаешь, что мы можем такую систему купить, но еще такой системы нет. Да, но. И делать себе, знаешь что? Что? Щербет. Щербет дома или тут на даче? Даже не знаю. Знаешь, он что же место занимает? Да, он занимает место, его нет открытого, сколько он да, занимает. Ну ладно, пойдем пока. Щербет, на заметку. То есть берешь фрукты, слышишь, берешь да, фрукты себе и замешиваешь все, так это делаешь, у тебя получается щербет такой. Значит, вкусный. Написано 11 в одном, Света. 11 в одном. Ice cream and frozen drink. Ну, понимаешь, maker, как ты можешь положить свой заменитель сахара. Ты можешь взять те фрукты, которые ты хочешь, натуральные, да, и у тебя получится щербет вкусный. Это как бы десерт очень неплохо. Ой, господи, ладно, пойдем. И тоже это тоже Ninja. Ninja такая популярная стала. Да, очень, очень популярная. Так. В общем, друзья, не знаешь, куда деться, одни Ninja. А вот это вот. А вот пакеты. Пакеты для того, чтобы закупоривать вакуумным этим девайсом. Вот. Отдельно машинка, отдельно пакеты. Пакетов немножко, а в основном там, чтобы делать пакеты, знаешь, там рулончики. Рулончики. А я сейчас купила на Амазоне просто пакеты, чтобы мне не возить из рулончиков. Окей. Кофемашина. Ну, у нас да, есть. У нас на даче стоит. Знаешь, сколько тут кофемашин. Да, да. У а нас вот их... тоже, видишь, вот тоже вот этот овен, я не люблю такие овены. Овен? Да. Духовка. Ну да, он, в принципе, как Airfryer работает, да? Вот этот? Да. Иди сюда. Ну, хорошая фирма, Cuisinart, очень хорошая фирма. Но маленький такой, господи. А что ж туда положить-то? Крылышки-то куриные. Ну, не важно. У нас тоже крылышки еще меньше. Но у нас ты вытащил его, да? Да. Все, по-моему, тебе все. А ты бы его любить надо. Да, слушай, много разных предметов. Я хочу сказать, что эти предметы настолько... Флексбаскет. Смотри, смотри. Флексбаскет. Эрфрайер. Да. Ага. Но это продвигается как раз. Это вот Светлана у нас, друзья, вообще перестала пользоваться плитой, как плитой. Она только вот такими устройствами. Ну вот у нас вот такая горная, вот такая у нас. Горная, да. У нас без стекла. А вот смотрите, это такая фигня, значит, не вынимается. Да, триммер. Ну вот, тут волосы, бороденку, значит, там подрезать. К нему куча насадок. И почем? $45. Вообще смех и грех.
Ну-ка, смотрите, вот девайс, и к нему насадочки, вот насадочки. Пожалуйста, подрезать. Это не для стрижки, а именно вот так, для подрезания. А вот это для тебя, смотри. А? 250 баксов. У меня нет столько волос. Волос, да, друзья, надо иметь волосы, это правда, это правда. Тут, конечно... А вот видишь, наши, не уйдешь. Видишь, у них такие человечки, мне это напоминает. Где? Помнишь, у Конан Дойла были фляшущие человечки, вон они там нарисованы. На ножиках? Ну вот на углу, на эмблема с человечками. А, вот это, Зверинг, ну да, да, это немецкая фирма. Хорошие ножики делает фирма. Почем на 9 на... Немецкие хорошие, японские хорошие. Японские хорошие, да. Сейчас много хорошего. Так. Видите, стоит мужик, продвигает всякие ножи. А вот, друзья, ножи пошли, но уже японские. Вот у нас такие ножи. У нас такие, да, по-моему, вот беленькие. Да, такие. Угу. Почем? 200 баксов. Набор из 17. Тут у нас, по-моему, поменьше. Поменьше. Вот возникает вопрос, друзья, какие ножи лучше? Японские или немецкие? Вот у нас вот такой. Так. А это чего? Скандия. Так. Это тоже японские, да? Так. Окей. О, 5 предметов, Света. Ты посмотри. За $23. Дешево и сердито. Это какие-то Schmidt Brothers. Вообще тут неизвестно, что Schmidt Brothers, да. Значит, но тут получается какие-то две пары ножниц. Ну, в смысле, ножницы, секатор. Да, наверное... Что им там секатать, я не знаю. Так, а это что такое? Тотали бамбу. А, Света? Доска для разделки. Каттинборд. Да, это, друзья, доска для разделки. Вот и что она висит. И что она прямо... Под рукой прям висит. Вот, вот справа. А, вот это? Угу. Ну, так она выглядит довольно скромно. Там они на нее ягодок наложили. И колбасок. Нет, ну что-то наложить. С другой стороны, она такая форма неудобная, где ее хранить. Ну да, довольно странная, конечно. Ну, если знаешь что, это сувенир хороший. Ну, да, вот купите. Приедете сюда, купите такую доску за $15. Все? За $15. И потом повезете ее куда хотите. Через весь мир. Тейбл for пикник. Пикник тейбл. Небольшой такой тейбл. Да. Пивко, смотри, перевозят такими ящиками большими. Это хорошее пиво? Ну ничего, да, мексиканское, да, хорошее. Света, а что пиво не быть хорошим? Вот между нами-то. Ну вот что пиво не быть ну, хорошим? Что, здесь уже о, это же самое интересное. Так, ну, конечно. Вот сангрия, друзья, сангрия. Эта бутылка похожа на 1.5 литра. Вот она. $8. Смотри, знаешь, какой сангрия? Сангрия – это совершенно замечательная вещь. Вот. Сангрия – очень хорошо. С фруктами. Так, шампанское. За 1.5 литра, друзья. 1.5 литра шампанского за $9. Нет, слушай, в этом что-то есть. В всяком случае, какое-то, ну, торжество, что ли. Потребительская. Так. Ирландский виски. Почем? Вот бутыляка, блин. Литр 75. Литр 75 ирландский виски. $28. А вот это, кстати, очень даже неплохой японский виски. $44. Очень рекомендую, друзья. Очень рекомендую. Так. Кто бы мог подумать, что вот ирландские, в смысле, японские виски. А вот, пожалуйста. Так. Irish Cream Liqueur. Так. Ну, что тут у нас? Вермут, друзья. Вермут. А? Красивая вещь. Так. Кампари, да? Знаем, знаем. И рецепты знаем, все знаем.
90 поинтов, это неплохо. Вот, видите, написано 90 поинтов Wine Enthusiast. Так, что тут у нас? Каберне Савиньон калифорнийский наш. И всего ничего. Там $6. Знаете, за $6. Так оно вообще десятку стоит. Надо бы взять. Свет. Света. Мы сейчас возьмем парочку. А то у нас гости были на 4 июля и все подпили. Знаете, вообще уже ничего не осталось там. Так, а это что? Каберне Савиньон. Так. Ну, насчет этого я не уверен. Так. Смотрите, друзья, на водку. 19,99. Ну, $20. Водка. Литр 75. То есть, ну, просто даже, не знаю, и глаз радует. Такая бутылка красивая. А что там Света говорит у нас? Тут разные водки. Grey Goose очень хорошая водка. Но она, видите, тоже литр 75, но уже $40. Что ты? А вот это написано, что она 6 раз дистиллированная. Я думаю, что 6 раз очищенная. Где ты зашла там? Вот написано. Distilled six times. Six times, да, да. Wow. Ой, перегонка-то шестикратная. И почем она? 13.50, друзья. И тоже литр 75. Литр 75 – это полгаллона по-нашему. Так. Ну что же. Тут беленькие и красненькие. Водка Абсолют. Абсолютная водка, друзья. $17 за тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю. 17, значит, долларов. И тут тоже литр 75. Из Швеции она приехала, чтобы порадовать американского потребителя. Так. Ну-ка, что тут у нас? Ну я так, по мелочи. По мелочи. Что ты? Я туда не пойду. Да, Света не любит алкоголь, когда его слишком много. Что ты? Черешня. Сейчас возьмем черешню. Ну, тут много. Вообще, обычно в Костко алкогольные ряды довольно внушительные. Хотя вот сегодня я бы сказал, что то, что мы видим, относительно скромненько. Так бывает так, гораздо... Еще полно. Ну, я заснял. Я же заснял нашим зрителям, показал. Вот у нас Корона, Пасифика, Мадала. Так. Да. Ну, в общем, есть какое-то пивко для населения такое массового потребления. Из того, что я вижу, например, я очень хорошо отношусь к Stella Artois, хотя некоторые осуждают. Heineken очень нормально. Так, что тут? Ну вот, собственно, и так вот, и все. Там еще есть, да, вот там. Ну, мы движемся в сторону черешни. Света хотела черешенки взять. И мы хотели сготовить... Свет, что мы хотели сготовить, напомни. Подожди секунду, а я тебе черешни не вижу. Вот ты же, дядька, мы сейчас найдем черешню, мы ее найдем. Что мы хотели сготовить? Мы думали сделать этот самый, шарлотку. Шарлотку? А яблок-то у нас нет на шарлотку? Нет. Но на шарлотку нужны зеленые яблоки. Ага. Видите надпись «Produce». Наконец-то мы нашли черешню. Все, Света ходила, говорит, где черешня? А вот она, друзья. Вот она, в холодильничке. Тут холодильничек. Так, за $6. Такая коробочка. Так. Малинка. Малинка за $8. Знаешь, что? Это, да. Слышишь, вот это желтая черешня гораздо дороже, чем красная. Ну ты взяла желтую. А я не красную не люблю, она очень сладкая. Красная слишком сладкая, друзья. Хоть и дешевая. Да. Да. А я бы красную ел. Да, надо красную, она очень сладкая. Так, за $5 2 фунта клубнички. Так.
Я напоминаю, друзья, что Санта-Крус — это такое место, где выращивается очень много клубнички. Вокруг Санта-Круса, это Монтерей Каунти, Санта-Крус Каунти, здесь больше половины американской клубники выращивается. Хороша, хороша американская клубничка. Так, у них своя быть. Ох ты, Света, какие хлеба, мать честная. Как жаль, что мы хлеба не едим. Неважно, теплый, слушай, теплый, с корочкой. Как жаль, что мы хлеба не едим. Ах, Света, ах. Да, друзья, пирог. Вишневый, ну, черешневый как-то. Да, а, Света, черри пай. Нельзя, друзья, нельзя. Жить надо, надо жить. Надо беречь жизнь. Все это тоже безумно вкусно. Вы себе представить не можете, какая это вкуснятина, друзья. Какая это. За десятку берешь, тебе 4 штуки сразу. Не, я извиняюсь, 8, они короткие. 4 и 4. Да. Вот оно, торжество. Вот он, апофеоз мира потребления. Да. А вот эти, как они стоят? Да, из какого зверя это? Это какая-то изощренная корова, друзья. Какая-то непростая корова. Я сейчас не помню. Где-то мы недавно наткнулись на описание, объяснение. В общем, какое-то другое слово есть для этого. Да, в общем, крутая вещь. Крутая вещь. 3 фунта, друзья, $17. 75% постного и 25% жир. Довольно жирными, впрочем, 25%. Так. Куда мы дальше? Ну, смотрим так, чего тут предложено. Нам нужны были еще яйки. Яйки. Мамка яйки, мамка млека. Так. А что они там это накладывают? Салатик какой-то? Понял, понял. Ребрышки, друзья. Бараньи, ребрышки. Свет, а что бы можно было сделать с австралийскими бараньими ребрышками? Вот я думаю, наверняка что-то можно сделать, чтобы порадовать себя и наших зрителей. Я думаю, что их можно в эйрфрайере пожарить. А у нас есть дома эйрфрайер? Давай возьмем. Попробуем? Да. Тем более из Австралии. Надо уважить. Все-таки... Ну, еще баранину не очень люблю. Ну, я очень люблю баранину. Зрители меня поддержат. 8 штук. 8 штук. Тут есть как готовить? Как готовить мы и найдем. $14 за 8 ребрышек. Давай попробуем. Давай. Надо пробовать, друзья. Надо баловать себя какими-то инновациями. Единственное, слушай, там, конечно, много еды нету. Чего нету? Много еды там. Нет, еды много нету, но как красиво смотрится. Так, друзья, это гриль. Цыпленки на гриле. Не будем. Томми у нас очень любит цыплят на гриле. Ему достается белое мясо. И он к нему относится с хорошим таким отношением. Пиететом. Что именно? Черемпы не берем, они большие очень. Нет, не вкусные. Так. Креветки не берем. Так. Идем дальше. Смотри, народ тут набирает лапшу. Да, ну такая изящная женщина. Смотри, как молодец какая. Света, а? Умеют? Умеют девчонки-то? В любом возрасте. Что ты? Какие пироги? О чем ты говоришь? А, пироги. Они с чизом. Я бы с картошкой взяла. Написано с картошкой и чизом. Даже написано с картошкой. Потейто. Так, друзья. Пироги. Так. Кассия. Какая-то кассия продает пироги. Ну, так как... Это мы тогда прошлые выходные ели. Кто-то приносил, да? Римка приносила. Ну, они очень вкусные были. Возьмем? Если вы еще знаете что, их немножко проподжарить.
Вот так на сковородочке. Мы так и сделаем. Так и сделаем. Берем. Берем. Я эту кассию не знаю, но пироги мы возьмем. Пошли. Нет, так подожди, а что тут, сколько тут из них чиза, а сколько потейта? Потому что я думаю, они смешанные. Нет, 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 но они могут в одной упаковке быть смешанные. Зайчик, мы разберемся, ну что, чуть-чуть не все равно. Пошли. Я думаю, что они смешанные. Ну, не знаю. Вот так вот, друзья, пробуешь, чего знаешь, чего не знаешь. Светочка, мы одно время, смотри, одно время, мы вот такие роллы брали, помнишь? Они, там сыр, там ветчинка, тесто. Ну, оно ничего. А вот это для Томика не возьмем, вот мясо? Батарейки, друзья, вы посмотрите, да? 40 батареек. 40 батареек за двадцатку. $21. Ой-ой-ой. Так. А вот эти поменьше. 3A. Тоже 40 штук. И тем не менее, тоже за те же там $21. Маленькие. Куда столько батареек, я даже не знаю, что должно в жизни случиться. А тут вот, значит, постельное, как бы, белье, комплекты. Сатин, видите, египетский хлопок, без этих самых морщинок, без складок, не мнущиеся. Вот, у нас сейчас заезжают новые жильцы, там у нас есть из Палалта домишко, его обычно снимают ребята сразу на группу, которые приезжают интернами, практикантами в компанию Tesla. И сейчас вот одна бригада уезжает, а на их место другая бригада заезжает. И чтобы не возиться, и, ну и так, из каких-то своих соображений, Света говорит, давайте не будем стирать за ними, а просто выкинем их постельное белье, они там месяца на 4 приезжают. Выкинем и купим новое. Ну, единственное, что Костка не такое место, где большое разнообразие этого хозяйства. Вот, поэтому, может быть, удастся здесь купить, а может быть и нет. А может быть и нет. Что тебе достать, Светочка? Надо make sure, что 4 и все одинаковые, и все queen. Значит так, набор из 6 предметов. Держи камеру. Набор из 6 предметов. Так, сколько тебе это надо? 4. 4. Queen? Нет, нет, да, но чтобы все четыре были, прям доставай их. Один квин, второй квин, третий квин, четвертый квин. Нет, не годится, другой рисунок. А что тебе не все? А их всего три? Нет, мне нужен одинаковый рисунок. Да, но это... вот здесь много? Положи этот в корзину, подожди, так. Я корзину возьму. Нет, но мне нужно, чтобы одинаковые, чтобы были с полосочками. Нет, ну подожди, а что с полосочками? Так они одинаковые есть вот такие вот. Нет, мне нужно, чтобы были полосочки. Но их только три. Ну поэтому выбираем между вот этими, мне эти больше нравятся. Может быть, тут еще где-то рядом есть. Ну хорошо, значит, так, мы взяли вот три. Может быть, они еще где-то лежат. Эти три мы взяли. Так. Может, они где-то еще сзади лежат. Вот эти порыбки там сзади, может, они лежат, они же все разные. Они все одинаковые. И вся идея в том, что они все одинаковые, кстати. Все одинаковые. Вот таких больше нет. Вот такой, а это кто? Это такой же точно, как у нас. Это кинг. Это кинг. А, вот тут еще дешевле есть. Подожди, там еще с таких можно. А там 4 писа. Это твин. Это 4, нет, не 6. Нет, 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 это не важно. Это 3, вот фул есть. Да, поиск, друзья, завершился вот тем, что мы взяли вот такие 4. Они, во всяком случае, все одинаковые. Света утверждает, что рисунок удобно, когда полосочками, потому что ты знаешь, вдоль или поперек, когда застилаешь. Уже иногда непонятно. В общем, масса тонкостей даже в таких, казалось бы, странных вещах, как вот застелить постель. Марки американские. Forever Stamp. На нем нету цены. На них нету цены. Вот не пишут, сколько центов. Вот сегодня купил, можешь через там 20 лет отправить. А цена пересылки будет вдвое дороже, а ты уже заплатил, и они у тебя forever.
Смысл этой штуки в том, что ты ее здесь берешь, идешь туда на кассу, и тебе выдают марочки. Вот. 5 книжек по 20 марок, того 100 марок. 100 марок за 67 долларов. Вот смотрите сами. Да. Это, наверное, кто много почты всякой шлет. Так, нормальному человеку зачем? А это подарочные карточки. Вот, берешь за 80 долларов, да, вот. За 80 долларов берешь, а она сама на 100 долларов. На 100 долларов. И вот, пожалуйста, 20 долларов экономишь при покупках на, ну, из 100. 20% как бы на Instacart. Топ Golf. То же самое. 100 долларов за 80 долларов. Я не знаю там никого, кто бы что-то покупал на этом Топ Golf. Ну, наверное, есть люди, я не знаю. Наверное, есть. Что у нас, друзья, из патриотического? За десятку. За десятку фирмы Nautica Jeans. Да? Это женская. Вот такое вот. Или вот такое, пожалуйста, с якоречками, с американским флажочком. Такое вот трогательное. А можно вот так, пожалуйста, сердечко в виде американского флага. Мягкая, нежная такая вот рубашка, маечка. Так. А это мужская. Это как у меня. Как мужская, когда нарисована женская? Где женская нарисована? Нет, нет, вот это конкретно, которая у меня на руках, это мужская, вот у меня такая, я в ней на празднике был. Угу. Она на другом углу лежит, просто здесь ее кто-то сбросил. В общем, друзья, есть патриотическая тематика, можно жить. Друзья, буквально за 3 копейки бамбуковые, это очень шершавая поверхность, как будто ее прям крошкой алмазной присыпали. Страшное дело, можно спички зажигать. Да. Ну, грубее, чем спички зажигать. Бамбуковая доска. Колесики, тут все крутится совершенно замечательным образом. А вон там велосипедики. Ну, в смысле, самокатчики. Самокатик. Значит, пишут, что доска за 46 долларов. Про самокатик, наверное, с той стороны цена будет. Самокатик-то, глядишь, подороже. Самокатик вот тот, что слева, 400 баксов. 28 миль идет. 28 миль идет на зарядке. Электрический скутер. А там 145 миль, 145 долларов. Но он не электрический, он просто сам по себе, я так понимаю. Вот так, 28 миль, представляете? На такой штуке можно двигаться. Ой, книжки. Книжки красивые, такие обложки, а внутрь пойдешь, ничего нет, там картинок больше нет, вот такой простой такой текст, никакой, совершенно никакой. Видите, красивая только обложка. Нет, для всех маленьких есть картинки, конечно. Да, для маленьких, может, и есть. Там страница вот на плавке, вот, пожалуйста. Это раскраска, что ли? Раскраска, да. Раскраска. Вот раскраски-то на плаву. Вот, хамелеон. Never look for chameleon. Окей. Чего? Ой, шершавый. Да. Один, другой. Вот. Да, это нос. Чей? Я не знаю. В общем, короче, друзья, детские книжки. А здесь вот как стиральная доска. Не, ну есть, есть. За 10.49. Да. В Костко вообще много книжек. Они тут. Видите, как говорящие книжки. Так, а это что? Masters of Fashion. Окей. За 18 долларов, друзья. И вам их всех
покажет и расскажет. Очень содержательные книжки. Balenciaga. Когда женщина, одетая в Balenciaga, входит в комнату, все остальное исчезает. А что такое Balenciaga? Фирма модная. Вот у нашей Олеси кроссовки за 1000 баксов, которые неудобно носить, она их не носит. Вот эта фирма Balenciaga. То есть они специально сделали книжку, чтобы промотать свой бренд? Нет, нет, ну Dior. Почему разные, там разные бренды. Вот это Balenciaga. Ну вот, если ты хочешь себя просветить в брендах. Fashion, да. Fashion, да, да, да. Balenciaga – это испанская фирма, но, в принципе, она, по-моему, из Парижа. Эмилио Пуччи. Эмилио Пуччи. Вот такой носитель. Пьер Кардан. Ну, Роберто Капуччи. Друзья, за $19 или там сколько там, 18. Сразу будешь слыть интеллигентным человеком, Карл, потому что знаешь Лагерфелд. Все бренды. Карл Лагерфелд. Но не то слово. Купить себе, слышишь, и будешь знать все бренды. На зайчик, ну это мне придется их читать, смотреть, вникать. Валентина, пожалуйста. В лицо будем узнавать, знаешь, там будем ходить и говорить: «Эй, Валентина, давай селфи сделаем». Ну, кто живой еще, конечно, там. Версачи. Лицо у него недовольно. Так. Значит, Версачи-то. Ты представляешь, что это? Прада. Ага. Вот они, модные девки. Так. Ну, понимаешь, вот это такие наряды, их надо иметь куда... Я вот смотрю, они... Да, они вот могли бы нашу Олеську снимать. На своих этих шоу-то. А так снимают, бог знает кого. Да там столько надето, там вообще непонятно, что... Да. Да, хорошая книжка. Я, знаешь что, я бы ее кому-то подарил. Но так, чтобы самому, конечно, это $18. Ладно, друзья, пошли, да? Мы уходим. Да, да, уходим. Мы уходим с нашего американского Пикадилли, который называется на местном наречии. Тетка подбрасывала нам все бутылки. Хорошо, что они не побились. Я их, видишь, так подперла. Ты подперла. Они... Там перед этим был мужик, нашу телегу подвинул, и тоже подбрасывал все бутылки. Ну, хорошо, что они не побили. Крепкие. О, бутылки, паровозик из Ромашково. Он Томас называется. Ой. Ну, не важно. Так. Боже, кто эти рожи? Кто они? Это не важно, это когда вот ты любишь такими мягкими спать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья. А вот смотри, какой пиратский корабль. Где? С такой музыкой. Вот. А, там пираты. Безобразничают. $89, то есть точно. Ты что, не играешь? А вот смотри, какой красивый. Да. Ой. Да. Дисней. Не, вряд ли там открывается. А какой же в нем смысл? Ну, он стоит, он мигает. Голову уже отломали. Отломали. $250, мне хочется. Он нет, 89. Нет, 89 это пиратский корабль. А вот... нет, скелет $250. Вот это скелет. Скелет 250. Так, они оба играют одинаковую музыку. А Дисней 89,9, да. Дисней 89,9 и пиратский корабль тоже. Да не, ну такая фигня, это можно одуреть от этой музыки. Одуреть, я уже одурел. Уходим, друзья, уходим. Это диснеевские принцесски. Ну что же, удобно. Так, по $17 принцесска. Тут можно за небольшую сумму всех собрать. Будет большая коллекция. Что-то я раньше принцессок так не замечал в таком количестве. Обрати внимание, что-то их навезли. Ну, послушайте, они в кино такие. Они в кино такие, это оригинальный товар. Брендовый. Все, друзья, мы немножко тут подгребли, немножко. Покутили. Самое главное, что это было развлечение. И мы... Так, а тут что? What is that? It's just nuts and seeds, all organic. I have blueberry almond and cashew coconut. Ага. And then there's a trash can over there. Okay. Yeah.
What about sugar? Low sugar. It's 3 grams and it's only cane and cassava, no corn syrup. So natural sugars. All right, no worries. Have a good one. Очень вкусно, ребята. Очень вкусно. Такие сухарики. Да. Света скривила гримасу, говорит, нет. Ну нет и нет. Друзья, вот всего ничего и не взяли. А $167 отдай. Почем черешня, Свет? Сколько стоит черешня? Десятку за коробку. Вот. Ну там, в общем, так вроде по чуть-чуть, понемножку, полегонечку. А $167. Я, друзья, с вами прощаюсь, как обычно, нашим селфи. Светочка, помаши ручкой туда. Друзья, а я машу головкой. Вот так мы вместе и прощаемся.